Если бы я была Дедом Морозом, я бы сделала новогодние дни по-настоящему волшебными. Погода была бы снежной и морозной, веселье и праздничные гуляния. Все поздравляют и дарят друг другу подарки. Желают самого лучшего. А я наблюдаю за этим и исполняю желания только самых добрых и искренних людей. Если бы я был Дедом Морозом, не допустил бы детские слезы. Сделал бы так, чтобы ни один ребенок не болел, чтобы маленьких людей никто обидеть не смел. Если бы я был Дедом Морозом, сделал бы точными всякие прогнозы погоды, политики и даже рубля, чтобы с курса не сбилось ни одного корабля. Если бы я был Дедом Морозом, не допустил бы в отношениях между странами нервоза, чтобы не было между ними никакой вражды и никто в войне не чувствовал бы нужды. Если бы я был Дедом Морозом, преподнес бы в Новый год каждой девочке по розе, а мальчикам вместо телефона дал бы почитать книжку и себе подарил бы маленького братишку или, скорее всего, чудесную сестренку, а еще собачку и пушистого котенка. Если бы Дедом Морозом я был, всех на свете подарками бы одарил. Вы знаете, около нашего дома есть детский дом «Малютка». Мы с мамой туда ходим и относим памперсы и игрушки. Я играю с теми детками. Там есть детки, которые очень сильно болеют. Если бы я была бы Дедом Морозом, я бы сделала так, чтобы дети не болели и жили счастливо, нашли себе маму и папу, чтобы жили в любящей семье, чтобы каждый нашел себе под елкой в Новый год живой подарок – кошку или собаку.